Тончик, ты куда собрался? Это, ну, конечно, зайчик, потому что вот здесь будет друзья. Друзья там будут, да? Ну, конечно, в садик, говорит Жончик, да? Это вот здесь много игрушек. Много игрушек будет, там друзья будут, да, Жончик? Да. Жончик идет первый раз сейчас в садик, да, Жончик? Да. У нас первый день твой, да? Да. Пойдем посмотрим, как у Джончика там будет все, да, Джончик? Да. Так, пришли мы в садик. Джончик раздевается. Вот тут, смотри, Джончик, твое место вот сюда ставит, да? Итак, Джончик сам по себе сидит, играется. Да, Джончик? Мы уже переоделись, наверх забрались. А тут вот такие игрушечки. Сегодня сказали, что нам 1,5 часа мы будем тут с Джончиком. Ну, потом потихонечку будет Джончик привыкать и буду домой уходить. Итак, Джончик сегодня пробыл в садике 2 часа. Да, Джончик? Да. Тебе понравилось? Да. Да. Ножки уснули, да? Джончик только что сидел, кушал, там ему мюсли дали покушать с молочком, да, Джончик? Бутербродик свой покушал с яблочком. Твердое, не то, что у нас мягкое. Да, да, то, что... стульчики тоже сидели сейчас, пока Джончик кушал, там стульчики тоже все деревянные. У меня там попа уже онемела, у Джончика ножки. Да, Джончик? Дед говорит, ножки болят. Да. Ладненько, мы одеваемся сейчас. Да, туда надо твои вещи запасные еще принести, да, Джончик? Да. Положить, ну. И вот так вот наш день закончился. То есть Джончика день в садике. Да, Джончик? Да. 2 часа мы просидели там. Джончик 2 часа проигрался. Вот, садик у нас платный. У нас первые 4 часа только бесплатные. Остальное за каждый час, получается, нужно 10 евро платить. Плюс с собой нельзя еду носить из дома. А как этот? Митагэссен. Обед. Нужно там заказывать. Этот, да, это тоже еще стоит 5 евро. Да, купили. 5 евро еще обед стоит. И каждый час 10 евро. В общем, да. Такие дела. Пока Джончик у нас останется на 4 часа. Это 4 бесплатные часа, которые наш город оплачивает. Вот, а там уже будет видно, что будем делать. Такие делишки. Ну, первый день нормально прошел. Посмотрим, как будет дальше. Тоже интересно. Садики нам дали еще такую сумочку для Джончика, подписана еще. Сумочку нам надо запасные вещи положить. Там мы носочки 2 пар положим. Трусики. Потом вот такие тоненькие кофточки 2 положу. Потом маечки 2. Штанишки одни такие положу, одни такие спортивные, ну и теплую одну кофточку. Вот. Все надо, конечно, подписывать, чтобы все знали, что это. Ну, чтобы могли найти также. Вот я подписала ручкой. Ну все, вот это вот я запакую, положу в пакетик этот, в сумочку, и отнесем. Вот. И ребенок, если вдруг намочится, или ну, обольется, или замарается чем-то, он может спокойно переодеться и все. Пипец-то. Всем привет! Сегодня у нас второй день, да, Джончик? Да. Посмотрим. Это... Да, садик. Садик для тебя, да. Посмотрим, как сегодня будет. Интересно. Итак, мы вышли сейчас из садика. У нас хорошие новости сегодня. Да, Джончик? Да. Да.
общем, сегодня Джон был 2 часа опять. На полчаса. Ну, мы поигрались сначала. Потом мы пошли, там у них Morgan Crest, как утром собираются они в круг и песенки поют, там такое всякое разговаривают, какой сегодня день учат они. Вот. Ну и потом мне сказали, чтобы я осталась в этой же комнате. Они пошли кушать, вниз спустились. Я осталась в этой комнате. Джон сказал: мама, пока, я хочу сам идти тоже. Ну, окей, хорошо. Он пошел сам кушать. Вот. Потом через полчаса он ворачивается назад. Говорит: халё, мама, я покушал. Такой довольный весь. В общем, вот, назад вернулся. Потом мне подходит опять Терсери наша. Говорит, он так хорошо все сделал, как бы не плакал, ничего даже не спрашивал, ничего. И он знал то, что я наверху. Говорит, давайте сейчас вы на полчаса уйдете. Ну, как бы вообще вниз там или на улицу там прогуляетесь. Ну, думаю, давайте. Ну и пошла до 10. Дана сказала, в 10 придете. Ну и пошла до 10, прогулялась я. В общем, прихожу, такая довольная сама. Смотрю, он играется там вовсю. Я говорю: халё, Джончик, халё, мама. И я говорю: ты не хочешь меня обнять? Потом такой подошел, обнял, поцеловал. Мне, говорит, хорошо вот это было, я поигрался без тебя. Я говорю: да, ты молодец. И сама Эрцерин тоже, воспитательница, была тоже такая... как сказать-то, ну, в шоке, как бы, то, что он так хорошо игрался, и, говорит, он хорошо, говорит, игрался, даже, говорит, не спрашивал ничего, говорит, и то, что сейчас вот принял, как бы, тоже это все так хорошо, то, что я пришла, как бы, все вот. Он говорит: я не хочу домой идти. Я говорю: Джончик, за это второй день, как бы, завтра мы опять придем, как бы, подольше, может, можно будет тебе. Ну, в общем, болтала. И поехали мы сейчас домой. Но вчера мы все втроем пришли домой, конечно, уставшие. Реально, как будто мы 8 часов отпахали. Ну, конечно, мы не привыкшие. Там столько детей было много. И все кричат, все такие непослушные. У нас Джон такой спокойный. Взял игрушку, начал играться. Игрался он вот эти все 2 часа, можно сказать. Сам как-то так... Вот, и время быстро пролетело. Сегодня тоже так же, в принципе. Вот. Я очень надеюсь, что Джон не изменится, что он останется такой, как есть. Вчера было, что Джон у нас испугался один раз. А я бы, Джон, разговаривай. Джон было испугался один раз. Испугался он саму воспитательницу, что она очень громко сказала, что... В общем, ну, была одна ситуация. В общем, он испугался и заплакал. Вот, потом он не стал к ней подходить как-то немножко, что он, ну, понятно, испугал его. Вот, но потом как-то у него, он забыл вроде бы все. Ну, стал вот нормально подходить и разговаривать. Вот так вот этот Джончик у нас идет в садик, да, Джончик? Да. Как на работу. Не, как в школу, да? С рюкзачком своим. Классно. Джончик, конечно, счастливый. Нравятся садики, да, тебе? Да. Вот такой вот садик у нас впереди стоит. Тут можно парковать велосипеды там. Это наш город. Да. Вот тут вот парпляс только для воспитателей. А вот тут вот игровая площадка от садика. Сегодня у нас 3-й день, как мы в садике. И вот мы пришли сегодня. Джончик пошел сразу играться. Мне наша воспитательница говорит: идите в другую комнату. Я прошла в другую комнату. Там просидела я, ну, полчаса где-то.
У них потом начался Morgenkreis, это утренние собрания там. В общем, с детьми они там песенки поют, рассказывают, какая погода сегодня, какой день сегодня и так далее. Вот, и потом Джончик опять ко мне прибежал в Фурц. Потом воспитателя спросили, что вы хотите, пойти покушать или поиграться. Джон захотел кушать. Он сказал мне опять, пока, мама, я пошел кушать. Но я осталась дальше сидеть в этой же комнате. Потом учительница, господи, подходит ко мне опять воспитательница наша и говорит, вы можете идти на 1.5 часа до 11 часов, в общем. А мы пришли вообще с 8. Вот. До 11 часов можете погулять пойти. Ну и все, вот я и пошла сейчас гулять. Джончик у нас начал играться. А, он прибежал сперва. Потом я говорю, смотри, Джончик, там он, я там, это кнеты. А, как она на русском? Ах, не могу вспомнить. Напишу потом. И он пошел играться. Я говорю, Джончик, я пошла тогда, пойду закуплюсь. Ладно, он такой, окей. Я говорю, потом тебя приду, заберу. Он, ну, хорошо. Ну и все. Ну и я сейчас гуляю. Пошла, закупилась сейчас. И да. Ну и надо мне сейчас идти 1.5 часа прогулять немножко. Итак, сейчас я зашла в садик. Хочу немножко гардеробную так вот показать. Вот имеется каждый, у каждого свое место. Вот у Джончика, например, вот это вот место. Вот этот его кусочек. И вон и вот обувь стоит. С этой стороны у них резиновые сапожки их, тоже подписаны имена, все. Каждый ребенок, чтобы знал, где его сапожки. Джончика с другой стороны, они, правда, вот они висят. Так, садики тут, конечно, нельзя вообще-то снимать детей. И вообще садик, все, как все происходит, как бы. Вот, приходится мне немножко так тариться. Вот. Ну все, сейчас время потихоньку заканчивается уже. Сейчас пойду я уже забирать. Каждой группе, кстати, вот такой вот такая раздевалка. Ничего, вот это вот нашей группе относится. Хочу еще показать такие вот туалеты детские. Это выглядишь, ты переодевать, памперс одевать ребенку. Тут ребенок может наверх подняться по ступенечкам. Тут ручки помыть для взрослых. Ваш пекин. Это для детей уже получается. Маленькие, низенькие. Ну и тут вот туалетики тоже маленькие. Если никого нету, то фрай. И ребенок каждый может так вот сделать. Шильдик красный, значит, кто-то там уже находится. Ну, вот такие вот туалетики прикольные. Низкие, детские, маленькие. Вот такие вот классные. Может тут подглянуть сверху. Классно. Джончик уже в туалетик сходил, да, Джончик? Да. Сделал какой-то фрай. Да. Да. Руки мыть можно, да? Там мыло тут всегда есть, да? Пенка такая специальная, да, Джончик? Да. Да. Джончику нравится тут ручки мыть, да? Вот так, молодец. Как ты вытираешь ручки? О, нету салфеток, да? Пойдем в другую сторону посмотрим. Так, на другой стороне есть, да? Вот такой вот вид тоже. Вот тут у нас получается центр сразу. Тут магазины продуктовые разные. И обувные, драгории всякие. Так как главная улица у нас проходит. Это курица.
домой поедем, да. Джончик взял свой рюкзачек, пойдем домой. Все вниз, да? В гардеробную идем. Всем привет! Сейчас мы едем в садик. Да, Джончик? Да. Сейчас у нас уже вторая неделя началась. Первая неделя с понедельника по пятницу прошла хорошо у нас. Четверг, получается, Джончик был 1,5 часа. В пятницу мне сказали 3 часа уйти вообще домой уехать. Я уехала домой. Вот. А сегодня сказали, что 3,5 часа сделаем. Мы попрощаемся с Джончиком. Джончик пойдет играться. Да, Джончик? Да. Получается, все хорошо у нас. Вот, Джончик привык хорошо, ему нравится. Даже уходить не хочет, честно говоря. Вот, ну и все. Сегодня сказали, 3,5 часа будет. А у нас максимально 4 мы можем. Вот. В садике быть. И все, с понедельника до пятницы у нас будет теперь пока по 3,5 часа. Ну, там, когда-то уже 4 начнется. Ну, так. Надо все равно раньше забирать, позже нельзя, как бы там. В общем, такие дела. Все. Всем пока-пока. Спасибо, что посмотрели наше видео. Да, Джончик? Да. И мы поехали дальше в садик. Да, Джончик? Да. Да.